Всем приветик, с вами Кэти Лакс. Посмотрите, какие прикольные суши-роллы я сегодня нарисовала. Рисовать их очень просто, но они такие яркие и необычные, поэтому тебе их точно стоит повторить. Поддержи мой канал лайком и подпиской, мне будет очень приятно. Первая наклейка рисуется в виде квадрата, но у квадрата вот такой вот извилистый край. Добавляю внутреннюю часть и рисую мордашку. У меня будут вот такие вот маленькие круглые глазки и ротик с торчащим язычком. Подходящим цветом закрашиваю внутреннюю часть. Это может быть какой-то оттенок оранжевого или розового цвета. Более темным цветом рисую прожилки. Светло-серым цветом прохожусь по контуру, создавая тень, и также по самому персонажу имитирую текстуру риса. Вот такой вот прикольный сушин получился. Кстати, можно ему добавить ручки и ножки. Второй ролл рисую с другого ракурса. Здесь уже будет вот такой вот цилиндрик, и сверху будет виднеться начинка. Для разукрашивания я выбрала вот такой вот достаточно темный цвет, но он близко похож на оригинал. Верхнюю часть я разукрашиваю оранжевым цветом, но лучше взять розовый, чтобы все суши отличались друг от друга. Добавляю текстуру риса и прожилки на рыбу. Добавляю глазки, но их плохо видно. Кстати, возможно, надо было взять более светлый цвет, а я решила просто выделить глаза белой гелевой ручкой. Следующий персонаж – это будет действительно суши, то есть комочек риса, накрытый рыбкой. Разукрашиваю рыбку. Кстати, это наклеечка, и этот персонаж выглядит действительно очень смешно, потому что рыбка напоминает по форме бандану. Серым цветом добавляю тень и текстуру риса. Кстати, здесь можно было добавить и розовые кавайные щечки. И четвертая наклеечка будет достаточно яркой, потому что в начинке будет использоваться несколько ингредиентов. Внутри добавляю разделение на три части. Кстати, эти линии не должны быть идеально ровными. Разукрашиваю наклейку. Для внутренней начинки, то есть ингредиентов, можно выбрать совершенно любые цвета. Добавляю тени и текстуру. Вот такая вот прикольная и очень необычная коллекция. Понравилось видео? Жми лайк!